Хэшки, ребятки, с вами Лекс, продолжаем играть с Лизерио, и на данный момент мы, смотрите, какой возьмем скин, потому что я 200 лет его не брал. Это не анкет, все верно, он очень крутой, он очень суперский, один из первых скинов, именно появившихся у Слизер Икса, и давайте его и возьмем. Нажимаем play, все, отлично, зашли. И здесь такой же анкет сразу перед нами появляется, отлично. Все, кто в топе, приветик вам, спасибо, что вы здесь, спасибо, что играете, спасибо, что вы держите топ, вы просто потрясающие, я вас обожаю. Так, и сразу передаю приветы тем, кто репостнули запись ВКонтакте. Для того, чтобы я и вам передал привет, вы тоже должны репостнуть запись ВКонтакте, либо играть со мной. Вот такие дела. Вся информация есть в группе, ссылка есть в описании, в шапке канала. Обязательно переходите, если вы хотите поиграть со мной, либо репостнуть записи, чтобы я с вами поздоровался. То есть три человека из репостнувших все-таки попадут в видео в самом начале. А сегодня это Данила Пепеляев, Данила Пепеляев, Максим Женеев и Софья... Базулина. Софья Базулина. Вот такие вот три человека сегодня попали. Спасибо, что вы репостнули, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы такие классные, я вас обожаю, еще раз, вы суперские. Так, ну что, вперед, навстречу приключениям. У нас в центре, наверное, уже началось пати-хард. Смотрите, здесь какой огромный, здесь много огромных. Вот засранец, я, кстати, мог, если бы пораньше бы. Воу, воу! Фух, только отъехал от этих эссенций, и сразу, видите, он умер. На миллиметр. Хорошо, что я дальше не поехал, потому что там другие эссенции тоже были. Так, я это возьму, хоть немножко, но даже немного счастья. Одаренному корню, как говорится, в зубы не смотрит, так что почему бы не взять вот эту вот малюсенькую пачку эссенций. Ой, да как так, как это он делает? У него просто... Ладно, он почти в меня вошел и уже все равно не умер. Что за фигня? 1000 очков, ладно, ребят, неплохо, неплохо, учитывая то, что... О, мы как бы никого не убили. А все, что мы делали, это просто подбирали эссенции. Так что, думаю, довольно-таки неплохо. Ну, почему вот я умер? Почему я умер? Я вроде бы, видите, смотрите, где мышка. Я вроде бы его сюда направлял, а он все равно ушел. Шел вниз. Это ненормально. Блин, ну все так хорошо вроде бы, да? Но одновременно плохо. Вот так вот. Вот так вот бывает. К сожалению. Ну ладно, давайте идем в центр. Я просто должен. Должен идти в центр. Настя Винчестер, приветик тебе, я тебе, только тебя почему-то из топа запомнил, там еще кто-то был, я забыл его ник. Извини меня, пожалуйста. А, Карен, Карен, Карен. Карен, приветик, спасибо, что ты здесь. Вот это что это за лаги? И спасибо, что играешь, очень рад тебя видеть. Воу, воу, воу. Это его хвост? Да, это его хвост. Я мог, кстати, вот этого говнюка убить, но что-то я зафейлился. Так, ну он очень большой. Эй, черт возьми, забыл выключить сообщение, ребят, извините опять. Опять извините. Блин, и те, кто вот пишут вы мне во время игры, я вас... Вы плохие. Зачем вы это делаете? Ну знаете же вы то, что я играю. Ну, наверное, пишите: о, Лекс, а ты играешь? Или: Лекс, а ты будешь играть? Серьезно? Вот, кто пишет мне такие сообщения или... Спрашивают меня, когда я буду играть. Зачем вы это делаете? Что у вас в головах? Все будет написано в группе ВКонтакте. Если я буду играть, все будет именно там. Зачем спрашивать меня, буду ли я играть? Если информация как раз таки о моей игре поступает в группе ВКонтакте. Ссылка в описании в шапке канала, господи. Не надо задавать мне вопрос. Это... я обращаюсь к тем людям, которые знают мою личную страницу ВКонтакте. Если... Если вы будете меня так долго-долго-долго спрашивать, я вас просто-напросто удалю из друзей и добавлю в черный список, ребят. Потому что мне это явно не нравится. Ну, хоть я и стараюсь с вами со всеми контактировать, кто добавляет меня в друзья. Ну, то есть общаюсь с вами более-менее нормально. То есть на вопросы отвечаю как подобает. Ну, господи, не доставайте меня своими глупыми сообщениями. Есть умные сообщения, есть интересные сообщения, есть интересные вопросы. Но зачастую вы пишете какую-то дичь. Зачастую. Вот особенно мне не нравится вопрос, буду ли я играть. Да дождитесь вы информации в группе. Бомбануло, ребят, бомбануло одним словом. Ну потому что действительно, это очень-очень-очень мне не нравится, очень напрягает меня. Блин, вот этот засранец мне помешал проехать. Жалко, жалко то, что я не доеду. Да, и мне не хватит, потому что вот этот маленький засранец, который там был, он мне помешал. Жалко, блин. Вот всегда так, вот всегда есть в любом случае один маленький засранец, который постоянно вам мешает. Так. Офигеть, он выжил. Ну что, будем тогда ждать, пока кто-нибудь умрет, либо, ну, тоже атаковать. Изи, изи.
Я не знаю, что с ним стало, но он мне почему-то легко отдался. Так, и в данный момент я всего лишь 1000, да, с него поднял. О, просто мизер. Мизер поднимаем, вообще очень мало. Так, вижу вкусняху. Чувак взял в плен и умер сразу же. От того, что не справился, видимо, с управлением или еще что. Ну, так, в принципе, и у меня бывает. Вы видели много, наверное, видео. Где я беру в плен? Вроде бы все просто потрясающе. Особенно было видео, я помню, довольно-таки недавно. Когда я брал в плен огромного червя, при том, что у меня не особо-то были огромные размеры у самого моего червя. И я крутился, крутился, крутился и в итоге умер. Ну, как бы это было обидно, но только я так могу сделать. Только я умираю в таких вот ситуациях. Так, неплохо. Я еще возьму вот этого говнюка в плен. Отлично. О, да, мне в плену и не нужен. Видите, он сразу слился. 5000, 5000. Я не знаю, до скольки мы дойдем, но я буду надеяться на лучшее. Так, проехал. Неплохо. Просто я думал то, что сейчас сдохну, потому что это всегда так происходит с со мной, с моим червем. Только все налаживается, и надо умереть. Конечно, самое время. Это как по таймеру, по будильнику какому-то. То есть, время умирать, когда у вас много очков, либо когда отличная просто ситуация, где вы должны выиграть, где вы должны выйти победителем, ну, по крайней мере, выглядит это так, и вы проигрываете. Ну, это у меня так. Я не знаю, как у вас. Смотрите, кто-то наспаунил ботов, и их просто море. Море-морное. Это знаете, кто заспаунил? Я вам скажу, кто. И этих ботов заспаунил... Воу, я живой. Вот этот вот чувак, который крутит большой круг. Да. Наверное, он. Или тот, кто крутил большой круг. Но он сейчас не крутит уже, потому что его убили. Потому что что-то они исчезли. Надя, победитель, привет, рад тебя видеть, спасибо, что здесь, спасибо, что играешь. Очень рад, что ты до сих пор со мной. Хоть ты и недавно довольно-таки присоединилась к моему клану, но очень все равно рад. Макс Женеев. Самое интересное, что, Макс, ты сегодня даже... Я тебя упомянул в самом начале видео. Вот так вот, два раза с тобой поздоровался. Макс Женеев, привет, рад тебя видеть, спасибо, что здесь, спасибо, что играешь. Очень рад, то, что ты в моем клане, дружище. Спасибо за репост, да, еще. Да, как бы без этого. Так. Да, и никак, вот никак его не убить. Потому что просто вот так вот получается. Так, ну здесь я развернусь, хоть и была опасная ситуация, но я смог. А вот здесь уже ультра опасная ситуация. То есть, если я сюда заеду, вот так вот происходит постоянно. Ну, видите. И кто остался в дураках, кто остался ни с чем? Все верно, это Лекс. Вот я был ближе всех, наверное, к этому червю. И в итоге у меня сейчас меньше всех очков, наверное, из всех, кто здесь был. Ну, такие вот дела. Вот так вот мы проигрываем, ребят. Так, ну, в принципе, у меня 6000-ный засранец, 6000-ный червячок. Можно попробовать затащить. Так, вот этот вот червь мне вообще не нравится. Пошел в жопу. Ой, какая жесть, ой, какая жесть. Я живой, фух. Я думал, не смогу развернуться, но смог. Потрясающе. Так, и вот... Есть ли возможность меня у кого-нибудь убить? Конечно же нету. Так вот всегда. Но этого я не смогу окрутить. Взять в плен. К сожалению. Ну, увидите, потому что он слишком большой для меня. Я могу, конечно, постараться. Но нет. Никого я не смогу убить. Они все, видите, как будто знают, что я к ним приближаюсь. Как будто у них начинает играть музыка из фильма «Челюсти». Вот это. Ту-ру-тут. Тут. И, конечно же, умирает большой червь, и я не беру с него ничего. Нет, беру. Довольно-таки даже нормально. Так. Офигеть! Офигеть! Вы это видели? Я это видел. Я живой. Я даже живой еще остался. Офигеть! Ну, неплохо. На самом деле, можно было, конечно, лучше, но в любом случае, неплохо, неплохо. По сути, я должен был проиграть, потому что я проиграл. Но я всегда, в самые лучшие моменты, я уже неоднократно повторяю, то, что у меня, когда случается что-нибудь хорошее в этой игре, у меня сразу же заканчивается. Это хорошее после того, как я радуюсь этому хорошему. Так всегда. Но что поделать, что поделать. Скинов, ребят, новых также и нету, к сожалению. Ну, ладно. В принципе, можно и за это поиграть. Почему нет? Так. Парень хочет умереть, но не получается у него. Ну, умри об меня, умри.
Серьезно? Он не может попасть. Аллилуйя. Ну, видите, хотел слиться именно, чтобы начать, видимо, заново или еще что-нибудь. Но не мог попасть. Это просто жиза. Именно моя жиза. Потому что мне иногда нужно заспауниться в другом месте, либо просто умереть. Для того, чтобы у меня появился список серверов. И в данный момент, когда вот вы пытаетесь это сделать, у вас не получается умереть. То есть вы делаете все для того, чтобы врезаться, а врезаться не получается, черт возьми. Так, неплохо мы сейчас сделали, но было бы еще лучше, если бы мы убили бы кого-нибудь большого. Можно, конечно, попробовать. Ну, вот другое дело, получится ли это все. Офигеть! Вы видели, как мы его подрезали? Ну, это чисто случайность, я не знаю, вот. Офигеть. Еще одна случайность получилась. Офигеть, сколько я буду вот поражаться этому. Случайность в том, что получилось так, что он не смог развернуться. Вот это большой, и мне повезло. Вот такие вот дела. Так, на 74, приветик, рад тебя видеть, спасибо, что ты здесь. Опа. Отлично. 5000, как с куста просто сорвали. Воу! Просто маневрируем, как не знаю кто. Как какой-то гонщик, спиди-гонщик, который просто не знает слова стоп. Остановись, тормоз. Так. Он меня убил. Вот как ему хватило его чертовой массы? Потому что там, по сути, было у него максимум, наверное, 50. Ну ладно, в принципе, так всегда происходит, ребят. Видите, как бы все потрясающе, все отличные моменты у нас. Много моментов есть. Но, как всегда, у нас происходит проигрыш. Проигрыш — нужный момент для нас. Потому что радуйтесь победе. И после этого сразу же огорчайтесь из-за того, что вы слишком много радовались. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно вступайте в паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Переходите и вступайте. Потому что ВКонтакте — это основная, так скажем, группа, где я сообщаю о своей игре. И там же вы можете репостнуть запись ВКонтакте, и с вами я поздороваюсь в самом начале видео. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Я это все ценю, и те, кто вообще в моем клане, это самые лучшие ребята, и кто вообще тащит, это вообще просто супер элита, элита Слизерио, и вообще... Короче, вы супер люди. Я вас обожаю. А с вами был Лекс. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях, называем подписку в паблик ВКонтакте. Ссылки есть в описании, в шапке канала. Всем добра.